жителей Юго-Восточной Азии самая опасная змея – это королевская большая, самая опасная – это королевская кобра. Вообще, до 1926 года здесь по статистике в год умирали почти 20 тысяч человек от укусов змей. Но сейчас, если посмотреть статистику, например, там позапрошлого года, там буквально 10-12 человек. То есть, естественно, змей меньше не стало, кусаться они меньше не стали. Но благодаря королю Раме V здесь открыли институт в Бангкоке, институт Пастер называется, и в данный момент также функционирует. Там как раз-таки разрабатывают вакцины от укуса змей. Здесь, смотрите, на территории Таиланда медицина очень дорогая. То есть всегда, ну, гости, которые прилетают отдыхать в Азию, первое, что должны оформить, это, конечно же, страховку. То есть если здесь посмотреть, например, сутки в частной клинике обойдутся не более 500 долларов, просто непосредственно за саму палату, не считая уже там лекарственных средств и, естественно, врача. Но вакцина предоставляется что для иностранных граждан, что для местных совершенно бесплатно. Но здесь тоже есть очень много, так скажем, особенностей. В каком плане?